Фант нужен 203-й. Öyle mi? Ну, варлока бы хорошо все равно захватить. Сейчас я приду тоже. Ладно. Там за легенду голду дают. Он забежал. Да. Тут я хил, так что вы не сдохните. Ой, меня контролят. Ой, Джина. О, сайленс я кину. Ой, что-то... А меня бьют. Ой, а я в протоспехе еще. Ой, какой пешный. Они убежали. Все, я тебя резко. Я тут. Ну,
Мне за него... А? Мне за него голову... Это... Не дали. Голоду не дали. Кому дали? А меня скинули оттуда в воду. Стоило мне только выйти, и все, все посыпались. Так, я в банк... А, нет, не в банк. Августа бьют. Не хилим его. Пока на бачка не пересядет, не будем хилить. Вот Роланда похилю. Я очень быстро слетаю за ПВЕшным шмотом. Да. Угу. По первых порталов. Смози, ты меня слышал? Да. Пойдешь к нам в гильдию? Нет, откажусь. Зашибись. Не знаю, сердце просто растаяло, как увидела его ник. Подумала, это он. Народ, починитесь, если кто-то забыл. Вот стоит квадратик, и вам бот. Реги докупите, там все дела.
отведи. Еще бахнемся. Как у крестом по шаману? Нет, я ж перед этим сказал, сейчас бахну. Я уже разбахала каски. Сейчас посмотрим, что у него. Побахал. Да. Зачем? Сейчас двойного поставлю. Да. А ты нас кормил? Рыбой нас кормил? Или свой хач, кушать? Так рыбу ставь. Бай. Ой, сейчас зайду. Агро, следите за ним, агро.
Бля, Сань, не напасть так сильно. А, извини. Вы сразу говорите, я забываю, блин. Извините. Что случилось? Кто? В кого дал? Кто жаловался? Демона нету, поэтому РДД сосуд. Пугай меня. Ну и как они будут кнопки видеть? Я тебя проебал, где ролл? Он сам кидается, что ли? Нет. Там не было никакого ролла. Тихо, я не понял, но я бы паролю. А чё вы на лоскутике не напуливаете на РДД? Один танк танчит на полный РДД и урона вообще нет. Почему так не делаете? А так работает. Тут так работает. Напуливаешь на РДД, он второй по агро и дамажит только танка и очень слабо. А этот удар, он бьет только кливом, то есть по РДД нет урона вообще. Изи. Ну вот, а мог протопал вообще не умирать. А где моя любимая кнопка? Кстати, у меня тот же вопрос, а где мне похуй кнопка? Где? Это же то, ради чего я тут. Можно стол маги? Ой, ты там спрашивали насчет ролла, почему... Смотрите. Где?
Там спереди еще два моба, и да, вот насчет пугов высвечивается вот эта табличка ЕПГП, но я-то не в гильдии у вас, я же так пошел, например, да, и, ну, мне... А. Не-не, спасибо, мне своя гильдия есть сильная. Да-да-да. Ну да, там у меня, знаешь, как высвечивается, типа 100%, 50% и 10%. Да, у меня тоже ролла нету. Так я могу просто писать ролл или что? Ну понятно, то есть если тебе, типа, да, на мейн, то ты на 100%, типа, да, если тебе оно нужно. Да с этим сервером лучше всегда скрин делать, иначе ГМ просто идет, рандомно киляет босса, и что упадет, он просто раздает потом. Слушай, а у вас гильдии, короче, когда это? Да. А, 19:00? Каждый день, что ли, получается? Или как? А зачем вы человека убрали? Он сам? Ливну. Да, он попросил, он попросил сум и ливнул. Сумуньте, ребят. Эти ребята, сумуньте. Меня не ход. У меня уже достаточно таких предметов. Сейчас я, подожди, куплю этот настой и прикоп. Это РЛ, сразу скажи, не знаю, там, кто не знает, там, лишников, чтобы били в правую ногу. Чтобы он не поливал в рейд. Да, там получается, если милишники, короче, двое, например, в левую ногу слева стоят, он, короче, в этот момент разворачивается и плюет. У него вот этот баг есть. Он вот так вот заливал. Сейчас посмотрите, ребят. Бля, пиздец, на ауке цены такие дикие. Да просто конь попросил бы в рейде. Я думаю, в ГБ есть. А, ты пук. Видел, сколько у него твинов? А ч
короче, убили уже, да, одного босса? А кто? Пахнет. МП5 дайте, пожалуйста. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Так, это не его проблема, может мне просто ГП в лицо улепить сразу. Отойдите, милик, РДД от луза. Ази, выйди с Рэй. Давай не диспейл. Дайте сами. Вынеси назад. Назад беги, Аноки. Ну ебать. Только не под лицо ему. Подожди. Шаман здесь. Там кто-то в центре лужи разлил, ребят. Второй раз, Аноки. Назад убежи. Можно инер? Аноки, там лак. Ёж выбегает. Да, у меня КД. Я тебя умоляю, влепи мне ГП просто. У меня после БГ синдром диспела.
Я видел, может, мне отдадите, у меня просто... Лак-лак. Спасибо. По шаману я говорю, а не будет. Угу, тканевая, наверное, РДД пиздатая. Конечно, РДРУшная. И чё, вот у меня 4. 100%, 50, 10, пас. Чё, куда жать, чтобы просто ролить? А у тебя отобразилось это, то, что мы ролили? Рыбу поставьте, пожалуйста. А там перерыв будет пару минут после когда? Чёрт, печки. Трогай. Чё? Подарки не подарил? Нет, не подарил, что идёт.
Слава, как мы катить будем? А, окей, магия, короче, не работает. Мне тотем ставить замедляющий? В звезде? Нормально, давайте. Эй, ебать, я думал, тебе уже пизды там дали. Босс, поставьте. А? Вы же видите то, что босс не на танке. Зачем вы дамажите? Подождите. Остановитесь все. Бля, дай стакан там черный сверху. Ну а чел в чат пишет на варе, вместо того, чтобы бежать в дилку, давать таунт кидать, он пишет в чат. Я на подъеме завис. Дайте мобам. Ладно. Дико извиняюсь. Вот за этот кривой пул я очень дико извиняюсь, нечаянно. Там на выходе Альянс стоит толпой. Мы на кладбоне деремся. Бля, давайте их разъебем, а. Подождать. Да, я в чат написать хотел просто про тотем, бля, и случайно... Это, ну, на букву нажал, короче, он у меня стрельнул. Сумуньте. Что-то маленько в кучу, я не могу это. Бля, короче, в эту хуету попасть невозможно. Саманите, пожалуйста, эти уебаны стоят там на выходе, дрочат. Сейчас.
Сейчас просто ебаная КД на 2 минуты нахуй нарез, это пиздец. Угу. Там, смотрите, там же можно залететь прям. То есть прям с маунта не слезая, сразу же залететь. Рога станет сразу же и все. Ну так просто уж, на, ну вдруг там вы пешком пытались зайти. Да нет, конечно, на маунте. Там просто стан сразу прилетел и все, и... Их там стоит 15 или 20 человек, ну там вообще без вариантов. Это весеннее обострение. Да сейчас я FPM. До крови драться, чтоб прям кровь из глаз. Короче, я не пойму, Протеуса как последнюю дурочку пробивают. Я пошла хилить Протеуса, смотрю, а тебя съела. Так, я смотрю, у Протеуса до 80% упало. Я чё, чё я сделаю? Надо его подхилить. Да, да. Суманите Роланду, пожалуйста. Я суману. О, не надо тут. Спасибо. Спасибо, Настя.
Так я так и делаю, я просто рядом с тобой бегаю. Там 400 копал. Забирай, вар. Чё, вар будет? Окей. Сейчас я сделаю. А, ну... Сейчас бомб забрал зачем-то. Геру, забери, давай. Вар. Вар, забери с него. Геру надо? Забирай. Забирай, Вар. Вар, забирай. Протеус, забирай. Надо паладина поставить на мобов. Вот протопала, он хорошо будет здесь. Ну, я так я же так постоянно по КД ставлю. Амоки, выйди с рейда, я тебя молю просто. Выбегай, к Войду беги. Алим, тоже выбеги, я тебя прошу. Сейчас босс захилится, это будет вообще неприятно. Да, их заморозили. Я таунт кидаю. Но он не очень хорош. Ой-ой, хиль. А, Войда, Войда хиль. Меня тоже хил... а ноги. А это, пацаны, риснуть можно, пожалуйста? Я там рядом с метками лежу. Ну вот это плечо. 213. Без дыр вообще.
Токен 213 за ОД. Смысл их брать? Чтоб не выкидывать ОД, наверное. Можно еще раз? Куда вторая пати? А можно вопрос будет? А почему не наоборот? Вроде сталак жгет ману, а ты туда РДД отправляешь? Можно я тебя перебью? Наоборот, звездочка минус, а дружок плюс. Ты знаешь бы, как поставил синюю и красную метку? Красная вроде... Лево минус, право плюс. Как перебегаем? По часовой против или через босса?
Только если мне Лёву кинут потом. Без проблем. Что там? Он ДД? Нет? Все это время был ДД, кажется. Лёва, 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 Лёва. Кирилл в центре становится. Слева плюс, справа минус, да? Ой-ой. Я не успел. Я не успел. Что по гере, что по гере? Хан, подбеги к минусам, потому что у тебя не стакается плюс к урону. Ты теряешь ДПС. Thank you.
Я вообще-то уже добежал на пост, и ты сказал мне стоять. Да. Понял, почему ты баф не получил и побежал сразу в рейд. На меня повесился дебаф плюс, и я не добежал до плюса, как я стоял до него очень далеко. Я только до босса добился, успел до босса добежать. Добить 50. Дай сайлент.